Вчера на улицах города был замечен человек с наполовину невидимой рукой. Очевидцы сообщают, что человек выглядел здоровым, но сильно испуганным. Рука двигалась, как обыкновенная, но была частично абсолютно прозрачная. Да вот она! Совсем с ума посходили. Показывают всякую чушь. Стойте, подождите. Интервью! Еще и спецэффекты сделали. Дурят народу голову. У вас, значит, тоже началось. Что значит тоже? Этот мир совсем недавно был как ваш. А теперь в нем одни невидимки. Класс! Да какой класс? Смотри! А, Анжела, ты пришла? Анжела, ты здесь? Да, тут очки я. О, что у тебя с голосом? Много пела. Дай мне скорее тебя поцеловать. Где ты, любовь моя? Анжела! Какой ужас! Вы не Анжела, у вас от усы! Вот, видишь, одни неудобства. Ко мне обратились из этого мира, чтобы я помог найти ученого, который им это все и устроил. Он открыл невидимость, сделал невидимым себя. А потом сошел с ума и сделал невидимыми всех. Приемная. Здрасте, нам назначено. Минутку. Заходите, вас давно ждут. Раз в вашем мире тоже начали появляться невидимки, я думаю, что этот безумец Кошкин прячется у вас. По нашим сведениям, у него есть формула эликсира, который возвращает видимость. Вам нужно перевести нашего агента в ваш мир. И он найдет Кошкина и формулу. Агент Омега, вы еще здесь? Да, господин президент. Вы напугали меня. Виноват? Это была моя любимая рубашка. Простите. Ладно, теперь я ее хоть вижу. Все, идите и исполняйте. Виноват. Я по делам. Агент Омега, вы здесь? Да, я пошел на поиски Кошкина. А почему через окно? Потому что у меня есть невидимая веревочная лестница. Ладно. Агент Омега, что с вами? Я его выследил, но он убежал. Он вас ранил? Нет, я врезался в зеркало, и оно разбилось. Так... Петя, мне нужно оружие. Я потерял свой невидимый пистолет. Петя, с кем ты разговариваешь? Боже мой! Почему пластыри-бинты висят в воздухе? Это агент Омега. Он ловит человека-невидимку. Другого человека-невидимку. Зачем меня ловить? Я сам пришел. Это Кошкин! Он выследил меня! Это было легко! Ты оставлял след. Тебе конец, Кошкин! Не попал. Опять не попал. А вот я попаду. Прямо в яблочко. Я все понимаю. Маскировочные нанокостюмы, отражение света. Только объясните мне, почему я не вижу своих рук? Это сделал я. И вашу супругу тоже.
Варя! Варя, ты где? Что такое? Почему ты кричишь? О, слава богу, все нормально. Включи свет. Да что же ты так кричишь? Господин Кошкин, зачем вы это делаете? Мальчик, мы свободны только когда не видим. Попался! Мимо. Пожалуйста, отдайте формулу видимости. Пусть каждый сам решает, быть ему невидимым или нет. А может, я отдал ее уже, только вы ее не видите. Почему все орут посреди ночи? Чао, мальчики. А у вас тоже невидимая лестница? У меня невидимый вертолет. Николай Семенович, с вами-то все в порядке? Папа, ты-то как? Плохо. Где мои таблетки? О, батюшки мои! Следующий. Здрасте. Доктор, у меня немеют ноги. Петя! Кошкина надо остановить, иначе все исчезнут. Найдите, найдите формулу видимости. Найдем. А вы выздоравливайте. У Кошкина склад с эликсиром видимости у Академии художеств. Караульте его там. Хорошо. Сдам его в больницу и сразу вернусь. И как мы Кошкина увидим? А вот так. Невидимки не отражают свет, но тепло излучают. В тепловизоре они должны быть видны. Вижу его. Дай посмотреть. Вон там у навеса стоит невидимая газель. Кошкин загружает в нее невидимые бочки. Вижу. Кошкин тебя не знает. Прикинься собакой. Когда идешь до навеса, ориентируйся по запаху. Хватай его за ногу и не отпускай. Я подбегу и накину сетку. Кошкин, где формула? Какая формула? Вы кто? Хватит дурака валять! Где формула? Подожди. Кажется, он память потерял. Потерял память? Петя, с каждым часом наша видимая часть все меньше и меньше. Я найду формулу. Как? Помните? Кошкин сказал, что отдал нам формулу, но мы ее не видим. Я думаю, он написал ее в месте, где мы могли бы ее увидеть, но так, что обычным способом ее не заметить. Под ультрафиолетовым излучением можно увидеть многое из того, что не видно в обычном свете. Ну, врач. Он издевается над нами. Вот она. Дедушка, я знаю, что ты здесь. Я слышал, как ты подкрался и взял мой телефон со стола. Отдай его, пожалуйста. А сам ни за что бы не нашел. На! А Николай Семенович, ваш эликсир видимости киснет в холодильнике.
Да, папа. Давно пора его выпить. Да ни за что!